Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами снова Виктор Балит. Сейчас наступила зима, наконец-то выпал снег. Вот я смотрю в окно, довольно-таки очень красиво все, бело, прекрасно, воздух свежий, очаровательный. Смотрю на людей и вижу, что многие из них неправильно одеваются. То есть многие из них дрожат, то есть легко одеты по-весеннему. Еще неделю тому назад у нас цветы цвели, можно сказать, да? Трава зеленая была, сейчас все белое, все покрылось снегом. Значит, во время холода возникает очень много сердечно-сосудистых заболеваний, да? То есть инфарктов и прочих сердечных заболеваний. Почему? Потому что если человек зажимается, то есть сжимается, да, то также и сосуды наши сжимаются. И поэтому, как говорится, кровообращение нарушено, и за счет этого может возникнуть, например, возникнуть проблемы с сердцем. Мужчины от этого страдают, конечно, больше, чем женщины. У нас здесь на Западе и вообще по всему миру от сердечно-сосудистых заболеваний большинство умирает, к сожалению, мужчины. В этом есть очень много причин, почему именно мужчины более подвержены таким заболеваниям. Во-первых, у них неправильная установка к своему здоровью. Как нас воспитывали, мальчиков? Не плачь, если коленку где-то разбил, заживет, да, то есть обработал, не обработал, там, если где-то что-то заболело, ушиб, не ушиб, сломал. Редко когда обращались в больницу, если так где-то что-то по мелочи, то думали, само по себе заживет. С девочкой по-другому, где-то занозу загнала себе, там уже шум до потолка, да, там все сбежались, и сразу миллион советов, и начинаются какие-то лечения, да, то есть у мальчиков все по-другому. Поэтому мужчина, прежде чем пойти в больницу, он еще тысячу раз подумает, нужно идти, не нужно, ему это не хочется, естественно, работа и другие какие-то обязанности, все это мешает нам, да, вовремя обращаться к врачу. Значит, если возникли проблемы с сердцем, да, какие-то боли, какие-то непонятные там колики, да, или слабость, или не можем поднять там левую руку, или очень много есть всяких симптомов, вы об этом прекрасно знаете, то не нужно к этому обращаться так легко, да, то есть необходимо, особенно для женщин, для наших сестер, наших жен, да, совет такой. Если мы видим, что кто-то в доме у нас заболел таким образом, да, нужно положить человека на диван и желательно вызвать скорую. То есть очень часто люди не реагируют вовремя, не вызывают скорую и потом сами от этого страдают. Значит, вызвать скорую, они приедут, сделают кардиограмму, посмотрят, что к чему, как, если ничего опасного нет, ничего страшного. Мы за это платим деньги каждый месяц, да, чтобы они приезжали и нам помогали. Если что-то серьезное, заберут с собой и в больнице окажут помощь. У меня отец тоже так же чуть не умер, да, много-много лет тому назад. До сих пор еще живет. Получил Шрифтмахера, да, такое устройство, которое активизирует работу сердца, ритм. Да, и уже 14-15 лет живет. Если бы ему не было оказана эта помощь, он давным-давно бы уже умер. Значит, профилактика – это самое-самое главное в данном случае. Значит, каждый год нужно ходить к врачу, к своему, делать кардиограмму, проверяться вообще, да, на общее состояние организма. Особенно, если нам уже там 40-50 лет. Вот мне 52 года, например, я стараюсь каждый год ходить и проверяться. Значит, что еще необходимо делать, чтобы оставаться здоровым, вы можете получить из моих последующих видео. Ну а что касается сердца, значит, не пить, не курить, как можно меньше стресса и много-много других полезных советов. Значит, сейчас зима, вот на дворе холодно, да? Нужно хорошо одеваться, нельзя мерзнуть. Нужно хорошо одеваться. Как я учился в Томске, в Сибири, и всегда говорили, сибиряк это не тот, кто не мерзнет зимой, да? А сибиряк это тот, кто хорошо одевается. Если мы хорошо, классно оделись, то нам уже никакой мороз нипочем. То же самое было и за Полярным краем, где я работал. Белинецкая атомная станция. Там тоже иногда морозы доходят минус 40 и ниже. Вот там тоже было очень важно хорошо одеваться.
Потому что при таких температурах, если человек даже, ну там даже 10-15-20 минут, да, мы сильно замерзнем, это может иметь за собой очень тяжелые последствия. Итак, я приглашаю вас на мой видеоканал. Зарегистрируйтесь, подпишитесь, будете получать видео. Заходите как можно чаще. И особенно в этом году я хочу это все дело еще больше уделять время этим темам, что касается здоровья, омоложения, продления жизни. То есть это сегодня очень такая злободневная тема, можно сказать, потому что наше общество в Германии, например, стареет, в других странах тоже. А вот те, кто, например, старше 50, 60, 70, они все хотят жить классно. Да? Вот я на фитнес-студии хожу, да? Все, никто не собирается умирать. Ни в 60, ни в 70, ни в 80, ни в 90. И я вам хороший дам на этот, как говорится, открою вам такой секрет, что человек, да, человек, само слово человек должен как минимум прожить хотя бы 100 лет здоровой жизни. И это возможно, если будете пользоваться моими советами и советами других людей, кто на себе лично все это испытал. Вот я лет 10 тому назад очень сильно болел, да, очень много различных заболеваний было, несколько раз в больнице был, потом начал по-новому относиться к своему здоровью, поменял сознание, отношение к самому к себе, да, к своему здоровью. И на сегодняшний день, как говорится, я чувствую себя прекрасно, 52 года, я ни на что не жалуюсь, и дай Бог, чтобы дальше так же было все хорошо. Но при этом я постоянно изучаю вот эти методы омоложения, продления жизни, здоровья. То есть все, что к этому относится, вы можете получить на моем видеоканале. Итак, с вами был Виктор Балет. Жду вас, заходите. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Здоровья, счастья и всех благ. Ну, все, что вы себе пожелаете в вашей жизни. Пока-пока.